Первая корзина лучшие, вторая корзина, третья и четвертая. Момент настал. Вершится судьба чемпионата мира. Кто кому составит конкуренцию, решается на глазах руководства страны и федерации ФИФА. Сегодня 32 лучшие футбольные сборные планеты узнают своих соперников и города, где они сыграют свои матчи. В Москве весь спортивный бомонд. За знаковым моментом следят мировые звезды, известные российские спортсмены. Буквально, когда я заходил, мировые звезды рядом проходили. В ожидании момента и казанец Сергей Серов, болельщик российской сборной, видит примерные шансы команды. Хотел бы, чтобы Россия прошла как можно дальше. Надеюсь, что попадет не очень тяжелая группа, хотя с другой стороны хотел бы посмотреть одну серьезную команду, что-то вроде Испании. Казанские болельщики в предвкушении матчей ждут красивых моментов. Все же в списке мировые имена, матчи на грандиозных спортивных объектах. Казань почти один за другим примет 4 матча 16, 20, 24 и 27 числа. Команды сыграют на Казань-арене, но какие до нынешнего вечера это оставалось главной интригой, пока не прошла жеребьевка. Результаты известны и ожидания болельщиков оправдались. Испания сыграет в Казани 20 июня со сборной Ирана. В другие дни мировой футбол подарят сборные Германии, Польши и Франции. Рамиль Шайдуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань, Москва.